Подозреваемого в преступлении оперативники наркоконтроля задержали в районе малоэтажных застроек в Заречье. Мужчина в момент задержания находился за рулем автомобиля. В ходе обыска транспортного средства под резиновым ковриком с водительской и пассажирской сторон сотрудники полиции обнаружили две матерчатые перчатки, в которых находилось по два свертка с прессованным темно-коричневым и кристаллообразным веществом. Также в багажнике автомобиля оперативники обнаружили небольшую лопатку. Подозреваемого доставили в отдел полиции для работы, а далее оперативники провели обыск в квартире, а там различные приспособления для фасовки и коробка, в которой 25 плиток вещества темно-коричневого цвета и 5 больших пакетов с таблетками различного цвета. Полицейские изъяли весь этот внушительный запас. В ходе проведения осмотра места происшествия на месте задержания были изъяты наркотические средства, общая масса которых составила около 200 грамм. Также по месту жительства данного молодого человека была изъята крупная партия наркотических средств. Общая масса изъятого вещества составила около 5 килограмм. Значит, молодой человек организовал интернет-магазин по распространению наркотических средств посредством сети интернет. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимому организатору наркомагазина может грозить до 20 лет лишения свободы. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева. Новости.